Ну давай рассказывай. Посмотрит в окно, ко мне бежит и вот так верещит и верещит, а? Второй час идет, а? Кстати, для тех, кто хочет завести суриката, вот это постоянно. Так, со стола брысь. Ну, чё там, пожара нету, я уже три раза к окну подходил, ты туда подбегаешь, посмотришь и вот так вот. Это другой звук, когда ему не нравится. Даже зуб может оскалить. А вот это вот ему нравится. Тогда он вот так вот. Все. Все, животное умер. Балдеет, что пипец. Вставай, а? Ну, вы понимаете, он всегда разговаривает. Да? Ты же всегда у нас разговариваешь. Ну привстань, привстань на лапках. Ну, а еще и ленивый, а? Какую-то катушку сам скатал, сам нашел, сам поел, да? Жратвы я тебе мало даю, да? Ладно. Давай еще немножечко тебе насыплю. А потом до вечера. Оп. Сразу. Немножечко. Потому что жопа у тебя и так как у этого, как у кабана. А мне тебя забивать потом как? Вот так они едят. И морда довольная и довольная. Да? Не, ну, чтобы не раскидать еду, это у них не бывает. Поэтому вот вечно вот эта вот хрень вся с это, свернута. Это я ее постоянно просто расправляю, а так тут был бы комочек. Ну и воду он любит просто перелить, и поэтому я ее вот так вот гантелькой придерживаю. Ну, баночка просто старая, а так нормально там вода, водичка. Да нет, я и так все понял. Пятый нажми, пожалуйста. Не. О, ты же. А что такое? Ну, вон, из каждой этой половины вываливается. Ну, слава. И никогда не было. Ну, в следующий раз 8 покормлю, сейчас просто 5. Ну, так уже жопа, вон, гляньте, какая, если вы думаете, что я его травлю голодом. Ну. Не крыса, а хрен знает что. Скоро не подпрыгнет. О, смотрите, какой. Слышь, ты горбоносец. Залез таки в свою нору. Все, отдыхай, отдыхай там.